Смотри, вон она. Амисия! Так ты достала? Держи. Но смотри, от нее воняет паленым. Кто это? Родрик, только чш. Сангвинис и Тенера. Про что эта книга? Она? Она про маленького мальчика, который скоро поправится. Я помираю с голоду. Кто еще голодный? Я. Тогда к столу. Думаю, мы это заслужили. Пошлите есть, крыс, да? Ты тоже. Иду. Три недели спустя. Угу. Декабрь 1348 год. Так, отлично. Ты, наверное... Нет, нет, нет! Мать твою! Что случилось? Эй, ты в порядке? Пустяки! Скажи мне, эта дверь, вы ее когда-нибудь открывали? Ее заклинило. Это единственное место в шато, где мы не были. И ты не хочешь посмотреть, что за ней? А, Хьюго спит. Давай узнаем. Уж по крайней мере, это я умею! Прикольно. Ха, прошу. Это весьма... решительно. И почти безболезненно. Ладно, идем. Воу. Ты чувствуешь? Нет, что? Когда куда-нибудь заходишь, где долго никого не было, в воздухе есть что-то такое. Да, пыль. Не, я про камни. Ты будто влезаешь в их беседу. Здесь я это впервые почувствовал. Выглядит не очень. Давай пока не будем их трогать. Очередная дверь. Идем дальше. Конечно. Пошли. Посмотрим, что там такое. О, это внутренний двор. Это короткий путь. Так, давай посмотрим, можем ли мы что-то. Нет, мы не можем здесь ничего. Эй, нас не хватает. Чуть не забыл. Я тут кое-что нашел, пока убирался. Что? Взгляни-ка. Очередная сказка про камни? Почти угадала. Так, следуйте за... Родриком. Будет у нас Риддик. Все. Следуйте за Риддиком. Он такой же опасный, как и Риддик. Побежали. Фреска. Она выглядит знакомой. И на ней есть символы тех самых колонн. Кажется, замок нам хочет что-то сказать, а? И что он тебе говорит? Я, конечно, всего не понимаю. Но думаю, нам здесь будет хорошо. Амисия! Быстрее! Хьюго! О, нет! Бегу! Помочь? Я позову! Быстрее! Быстрее! Это в каком плане нам будет хорошо? Это ты на что намекаешь, а? Морда, ты на что намекаешь? Я здесь, Лукас! Быстрее! Хьюго, пожалуйста. Ему все хуже. Майкла прогрессирует слишком быстро. Я знаю, Амисия. Я делаю все возможное. Точнее, я пытаюсь сделать все так, как написано в книге. Но на это нужно много времени. И мне нужна нормальная лаборатория. Как у Лаврентия? Нет, нет. Гораздо лучше. Ну, может, у мамы дома? Возможно, у нее там что-то было. Ты права. Надо попробовать. А давай ты туда сам сходишь, давай. А я побуду... с братом. Миссия, Лукас. Я, конечно, не хочу ничего сказать, но можем возле малого костер развести, ну, чтобы он не спал зимой на полу. Похоже, твои близнецы вернулись. Мели! Ты нашла его! Скорее мертвого, чем живого, но нашла. А миссия, мы пришли потому что... Ладно. Да. Артур, расскажи ты. После нашего небольшого приключения с вашими еретическими друзьями, я оказался в камере Инквизиции. Там я увидел одну пленницу, которая выглядела просто ужасно. Эти ублюдки требовали сказать, где находится ее сын.
угрожали ей, и я слышал ее имя. Беатрис де Рун. Мама жива? Она жива? Ты же смогла вытащить Артура? Это было непросто, поверь мне. Значит, вы могли? Нет, не могли. Там всем было плевать на меня. А вот она слишком важна для великого инквизитора. И он допрашивает ее постоянно. Они пытают ее? Хьюго не должен об этом знать. Даже о том, что она жива, это помогло бы ему. А что мы скажем, когда он захочет ее увидеть? Не говори ничего, хорошо? О нет! Хьюго! Хьюго! Это следующий порог! Мы должны пойти в мой дом сейчас же! Идите, а мы побудем с ним. Все будет хорошо, мой милый брат. Клянусь, мы тебя вылечим. Ладно, я возьму сангвинис и тенера, парочку зелий, и можно отправляться. Мы на месте. Амисия, все будет хорошо. Да, просто странно, так странно сюда вернуться. Идем. Не думала, что вернусь сюда. Так скоро. Мы найдем зелье и сразу идем. Может, даже успеем домой к рассвету. Договорились. На ту сторону нам не попасть. Этому мосту не менее 100 лет. Кажется, все совсем развалилось. Это конец старого мира. Если так, то почему ты так спокоен? В смысле не попасть? Ну вот сюда и перепрыгнуть на эту балку. Ладно, ладно. Окей, побежали искать. Так, смотри, надеюсь... знамя Инквизиции. Они еще там? Надо быть осторожнее. Хотя сказать, надеюсь, стражей там не будет. Так, тихо. Что-то я... Ага, вот. Не падать. Хорошо. Не падать. Да здесь грузовик проедет, ты чё? Не прикалывайся. Это еще что? Лукас, осторожно! Что за... Что это с ними? Не знаю, но мне это не нравится. Надо уходить отсюда. Они не обращают на нас внимания. Так, ну ты пока весь посмотри, я побежал. Лукас, давай потом с этим разберемся. Идем. Тихо, тихо, тихо. Их так много. Я вспомнила, когда мы с Хьюго бежали из дома, кто-то напал на стражников. Думаю, мы смогли сбежать именно благодаря крысам. Допустим, это одно из первых мест, где они появились. Но это не объясняет их поведение. Так, все, бегим. Отлично. Им тут не рады. И я это объясню. Так, мне нужен камушек, да? Правильно я понял? Да. Это мой дом! Слышите? Мой дом! Да. До побачення. Побежали дальше. Дальше. Еще крысы. Мы уже близко. Так, сейчас, ребят, 2 секундочки. Где наш огонь? Вот. Отлично. Да, ну дробовик бы тут был бы кстати. Смотри, дверь. Закрыто. Там цепь с другой стороны. Подожди, фонарь. Они его использовали, чтобы провести солдат. Хорошая мысль. Оттуда удобно стрелять. Возвращайся. Скажешь, когда будешь готова. Так, возвращаться назад, правильно? Я на месте. Хорошо, теперь можешь идти. Давай. Не уходи без меня, ладно? Да куда я без тебя? Так, стой. Побежали.
Это работает? Я готова. Не забудь про меня. Не забуду, не забуду. Так, погоди. А что, эта штука не работает? Ага, работает. Спасибо. Все, отлично. А, Лукас, мы здесь не одни. Ох. Отлично, отлично. Все, пошли. Стражник, он еще жив. Кто-нибудь, помогите. Эти крысы. Да, без проблем. На. Помог, проверяй. Правильно. Он получил по заслугам. А миссия? Ты живой там? Так, а мы пробегим? Ответ. Еще. Амиссия, нет. Все, хорошо. Ублюдки. Что вы натворили? Это за мою семью. Дон Дистали, библиотека. Заплатите. Да-да-да. Так, а нам теперь нужно... Он не был опасен. Так, спокойнее. Ну да. Нужно сделать вот так. И пробежать. Все, отлично. Прокачаться мы не можем. Хорошо. Плохо, конечно, но... Ладно, побежали. Во, дай мне что-нибудь. Дай мне что-нибудь полезное, полезное, полезное. И теперь давай смотреть. Нет, все равно не можем. Так, что нам нужно делать? Ага, нам нужно к воротам. Окей, а здесь ничего нельзя сделать? Вроде бы нет, да? И чего? И чего ты, чего-то не хочешь? Чего-то не хочешь на них бежать? Все, побежали. Пришли. Лукас, остался открыть дверь. Понятно. Я с тобой. Идем. О, Господи. Все за правду. Мой дом. Там. Там труп? Нет. Пожалуйста, нет. Амиссия, подожди. Найдем другой путь. Нет. Я должна увидеть. Это твой папа. Амиссия! Нет! Нет, нет! Что они делают? Назад! Жесть. О, нет! Что за чертовщина? Лукас! Понятия нет. Что нам нужно делать? Не подпускай их. Попробуй Египет. Ладно, ладно. Так, давай. Все больше. Падла. А что нужно было делать? А, наверное, сжигать их, да? Наверное, сжечь их нужно было. А на... Где эта штука для сжигания? О нет, что за чертовщина? Лукас! Понятия не имею. Не подпускай их. Попробуй Египтер. Кого? Египтер? Египтер? Что нужно? Что нужно, ребят? Орги. О нет, что за чертовщина? Лукас! Понятия не имею. Не подпускай их. Попробуй Египтер. Ладно, ладно. Так. Все больше. Лукас, что нам делать? Мы в ловушке. Не останавливайся. Что нам делать? А как мне останавливаться, если у меня больше... Нужно укрыться. Куда ты предлагаешь идти? Они повсюду. Предлагаешь подождать здесь? Я так долго не продержусь. Довольно. Хватит. Побежали. Ну побежали, ну пожалуйста, ну. Ой, бред. Ладно, 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 ладно. Надо что-то думать. О нет. Что за чертовщина? Лукас. Понятия не имею. Не подпускай их. Попробуй Египтер. Ладно, ладно. Ну. Бред, бред какой, ребят. О нет. Что за чертовщина? Лукас! Понятия не имею. Почему оно не загорается? Попробуй Египет. А, я не то беру, да? Окей.
О нет! Что за чертовщина? Лукас! Понятия не имею. Не подпускай их. Попробуй игнитер. Ладно, ладно. Все больше! Лукас, что нам делать? Мы в ловушке! Не останавливайся! Нужно укрыться! Куда ты предлагаешь идти? Они повсюду! Предлагаешь подождать здесь? Так. Я так долго не продержусь! Довольно! Хватит! Стой! Стой! Да, ну, но я справился, но на ее. Падла. О нет! Что за чертовщина? Лукас! Понятия не имею. Не подпускай их. Попробуй игнитер. Ладно, ладно. Так, ага, хорошо. Все больше! Лукас! Отлично. Что нам делать? Мы в ловушке! Не останавливайся! Да не останавливайся, мне все равно мало этих штучек. Нужно укрыться! Куда ты предлагаешь идти? Они повсюду! Предлагаешь подождать здесь? Я так долго не продержусь! Довольно! Хватит! Так, довольно, хватит. Все? Справились. Все закончилось? Похоже, что так. Ты спасла нас. Отпразднуем позже. Сейчас надо попасть в комнату. Вон там окно. Возьми факел. Погоди, дай я хочу надел этих штук. Сейчас я эту штуку тоже. Давай. Не беспокойся, я пойду первая. Спасибо. Так, держись. Держись, держись. Надо было просто не разбрасывать его, а по вот тем штукам лупашить, которые образовывались. Ну, говорится, кто бы знал, правильно? Кто бы, как говорится, знал. Амисия, тут тело без брони. Это наш слуга. И тело... Да, стражи не жрут заживо, а его не тронули. Почему? Должна быть какая-то причина. Если бы я только знал. Аж не купался долго. Его толчки продолжают пульсировать во времени. Так, куда нам? По-моему, на второй этаж, да, нам нужно будет сейчас пройти. Ну ладно, крыса нападает. Ну ладно, они что? Тоже. Да. А как они эту штуку построили? Да что здесь происходит? Только чувствую, что это не крысы, а эти его. А чужие. Ля. Ну вот, нам сюда. Все, еще чуть-чуть. Отлично. Стопэ. Камушек. Не-не-не-не-не-не-не, ты чего? Забирайся, я помогу. Ладно. Все, хорошо. О, осторожно. Они все сходятся здесь. Они идут к его комнате. И что, мы типа пройдем просто так? Или... Здесь должно быть зелье для Хьюго. Или что? Лукас, что это? Это обычные настои. Недостаточно сильные. Должно быть еще что-то. Так, а что делать? Нам что? Нужно в ту комнату или нет? Здесь? Да. Это комната Хьюго. Вот, тут еще емкости. Все осталось как раньше. Нет, не то. Не годится. Нет. Лукас. Может, этот? А почему его комнату не тронули? Нет. Это не то. По-прежнему пусто? Да, это обычные зелья. Твоя мать наверняка работала над более сложным эликсиром. И здесь должно быть что-то еще. Какое-то другое место, другая комната. Я о таком не знаю. Здесь опус магнум не создашь. У нее должна быть лаборатория. Не представляю, где. Лаврентий собрал лабораторию подальше от людских глаз. Может, и твоя мать тоже? Она ничего мне не рассказывала. Да я ее не видела никогда. Нет ли тут места, куда она не хотела, чтобы ты ходила? Ну, не знаю. Место, которое она защищала.
римские развалины. Она не разрешала мне туда ходить. Римские развалины? Да, именно то, что нужно для алхимика. Где они? В саду. Пойдем. Ну, лаборатория как бы все тяжкие, да? Вместо Уолтер Уайт. Так, забрать. Пойдем. Они ушли? Нет, они собирают силы. В смысле? Так, тихо. Чпоник. Идем, быстрее. Да, да, я иду. Иду. Еще больше. Я буду следить. Ты займись крысами. Какими? Я открыл путь, амиссия. Нужно идти. Какими крысами? Где? Где? Пронесло. Надо двигаться. Они могут вернуться. Я до смерти перепугался, амиссия. Я с тобой. Но нам надо идти дальше. Не ссы, малой, прорвемся. Так, побежали. Боже милостливый, все еще хуже, чем я думала. Все умерло. А где купальни? Там, на другом конце. Мы должны пройти через это. Ой, но... начинается. Я знаю. Мы пройдем. Цветок. Нетронутый. Я думаю, пятилистник. Хьюго бы его взял. Так, и мы возьмем с вами, правильно? Правильно, так, побежали. Думаю, нам куда-то вот сюда. Насколько я понял. Ну что, готов? Приготовься бежать. Готов. Все, побежали. Ну же, вперед! Стой, погоди, а что делать? Что делать? Алисия! Ну, помоги, подпали! Падла, почему ты мне не помог? Ну ты ж можешь тоже подпаливать. И почему? Почему я должен все это делать? Ну что, готов? Приготовься бежать. Готов. Не то. Вот это вот. Так, вот это вот. И ну вот же, это вперед! Вот. Стой, погоди. Отлично. Пробегай. Не знаю, как ты это сделаешь, но пробегай. Так, нам сюда, да? Насколько я понял. Или да, или нет. Так, давайте попробуем залутаться. И посмотреть, что мы можем с вами на очередной раз Го. Так, что нам нужно? Нам нужно, во-первых, подпалить вот эту вот штуку. Угу, я сказал подпалить. Отлично. И нужно сделать вот так. Все, пошли. Правильно? Или неправильно? Так. Нет. Порядок. Глазам своим не верю. Проходи. Посмотри, как будто река. Река из крыс. Это единственный путь к купальням. Давай, Лукас, вперед. Вот я, блин, попал. Стой, погоди, Лукас. Ну? Лукас, проходи. Лукас, алло. А что, к чем я еще могу их? Не помните? Чем я еще могу их отвлечь? Ну, Лукас, ну не тупи, ну пожалуйста, только не говори, что мне придется сейчас все заново это делать. Ну, я тебя прошу. Привет, Лукас, падла.
Хорошо. Проходи. Все потратил. Все, что было, на тебя потратил. Лукас, ты мне должен, как земля колхоза. Ёшкин кот! Она такая тяжелая. Ну же, давай, поднажми. Давай, это за то, что поднажми. Я тебя спас. Не забывай, что я всю жизнь провел в подвале. Земля дрожит. Ты чувствуешь? Да, да, они идут. Не подпускай их. Слушай, если хочешь, можешь взять прощу. Нет, спасибо. Не надо. Так, давай. Они группируются. Я разберусь. Так, где? Ага, вижу. Так, надо эти штуки наделать. Еще. Все нормально, потихонечку, помаленечку пройдем. Я думаю, 7 штучек нам должно хватить, правильно? Не знаю, каким образом это группируется. Я не хочу здесь умереть. Толкаю телегу. Ты не умрешь, Лукас. Никто не умрет, пока мы не доберемся до Купалин. Такое чувство. С тех пор, как мы встретились, нашими жизнями управляет хаос. Но с прощой стою я, так что успокойся и толкай. Это я и делаю. Так. Все хорошо. Быстрее. Хватит, вы нас не остановите. Ты как? Мои ноги отваливаются. Мы так, у меня осталось 3 штуки этой. Я делаю все, что могу. Там свет! Купальни! Мы почти на месте, Лукас! Я тут подумала, миссия! Что, Лукас? Они так атакуют! Сейчас не время! Так бросается, потому что мы на верном... На верном пути, да! Но нам все равно нужно дойти до конца живыми! Давай, Лукас, я в тебя верю. Все? Прошли. Мы справились, Лукас. Получилось. Я. Спасибо. Спасибо, Лукас. Вот видишь, ты крепкий парень. Да, но вряд ли когда-нибудь еще стану на ноги. Да ладно тебе. Я не знаю, что тут прятала моя мама, но ты же не упустишь такой шанс. Конечно. Давай. Идем. Давай, не будь тряпкой, побежали. Лукас, это здесь. Здесь я видела, как наша мать умерла. Я не пойму, как туда попасть? Ну, открой дверь, наверное. Не? Не, не, не открыть. А что тогда? Так, Лукас, оно. Что будем делать? Как мы туда попадем? Ага, вот вижу. Так, можно только без крыс, пожалуйста. Эти ступеньки. Я словно вернулась в детство. Это хорошо. Твои воспоминания из того времени нам пригодятся. Моя мама никогда меня сюда не пускала. Говорила, это опасно. Опасно для нее, без сомнений. Ты ничего такого не находила? Нет. Я всегда умела искать. Но теперь нас двое. И ты уже не ребенок. Мы все найдем. Помоги толкать. Так, да, ага. Конечно. Погоди. А нам точно толкать? Где нам точно толкать? Не, нам-то точно толкать, просто я боюсь, что на нас сейчас мышки нападут. Навались. Так. Уже иду. Хорошо, а ну назад можем? Нет, не можем. И шо? Шо, дотолкались?
Натолкался. Моя мама никогда меня сюда не пускала. Говорила, это опасно. Опасно для нее, без сомнений. Ты ничего такого не находила? Натолкался, нет, проверяем. Я всегда умела искать. Но теперь нас двое. Помоги мне. Отлично. Давай, быстрее, Лукас, придурок. Побежали, 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 побежали. Ага, и что ты предлагаешь? Угу. Почти, да? Так, стой. А вас давай. Крыса, миссия. Если запрёшь их на той стороне света, мы будем продолжать. Так. Беги, 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 беги. Тушечки-то-та, хорошо, ладно. Моя мама никогда меня сюда не пускала. Говорила, это опасно. Опасно для нее, без сомнений. Опасно. Ты ничего такого не находила? Нет, я всегда умела искать. Но теперь нас двое. Это опасно, это опасно. Мы все найдем. Короче, я понял. Все, ребят, дошло. До меня вдруг дошло. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Все, толкай. Ладно. Все, 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 все. Хорошо. Теперь хорошо. Если запрешь их на той стороне света, мы будем продолжать. Да, уже так. Заперли. Это судоторий. Римляне здесь парились до пота. Пар? Да. Это. О, смотри, скульптуры. Что такое? Это алхимические звери. Разложение, очищение, амальгамирование и сублимация. А символ в бассейне тоже обозначает разложение. Мне всегда так нравились эти значки. В двух других бассейнах есть еще. Три символа, четыре статуи. А под этой горит огонь. Можно попробовать зажечь и остальные. Должен быть способ к ним подобраться. Давай попробуем. Змея. Этот рисунок пару раз мне снился в кошмарах. Лев. Лио, мой милый пес. Лукас, еще одна фреска. Беременная женщина. Это еще не все. Смотри, что рядом с ней. Это что-то типа ламбика, да? Она алхимик? Именно. Таинство алхимии часто сравнивают с зачатием. А тигель или горнила с чревом. А может, она просто беременная женщина-алхимик? Не просто. Этот храм принадлежал твоей матери. И тот факт, что здесь изображена женщина, непростое совпадение. Это очень важный момент. Наверное, ты прав. Да. Лебедь. Лебедь. Величественный и благородный. Ну и долго мы так будем бегать? Жаба. Какие они все-таки уродливые. Жабка. Все? Или еще кто-то? Смотри, рядом с символами. Плиты просели. Я думаю, ты там пролезешь. Я спущусь. Оставайся здесь. Хорошо. Угу. Замечательно. Эй, ну что там внизу? Гнездо. Они повсюду. И я ничего не вижу. Так, пошли. Ладно, я пошла. Я попробую направлять тебя. И как ты собрался это делать? Свет, я подожду рядом с чашами. Удачи. Ты не погоди, погоди, погоди. Хорошо, иду дальше. В смысле иду дальше? Нет, не иду. Там нужно перепрыгнуть будет, понимаешь, в чем прикол? Так, давай, наверное, мы с тобой, знаешь, как поступим? Где эти штуки? Брось палочку. Брось палочку. Дай эту штуку. Забери палочку и отпаливай. И пошли. Просто боюсь, если я сейчас перелезу, что оно потухнет. У меня костер потухнет. А, нет. Так, где подпалить? Я тебя не вижу. Вернись. Хорошо. Где подпалить? Где подпалить? Ага, вот где подпалить надо было. Вот где надо было подпалить. Возле палочек. Окей, ну... Так, ну, да. Это судоторий.
Римляне здесь парились до пота. Да. Да. Это... О, смотри, скульптуры! Что такое? Это алхимические звери. Разложение, очищение, амальгамирование. Замечательно! Эй, ну что там внизу? Гнездо! Они повсюду! Так, и я ничего пошли. Не вижу! Ладно, я пошла. Я попробую направлять тебя. И как ты собрался это делать? Свет, я подожду рядом с чашей. Удачи! Ты недалеко от символа. Так, ты что-нибудь видишь? Подпалили. Да, это очищение. Осталось зажечь последний символ. Ага, а где он? Надеюсь, тут. Сейчас заодно и проверим. Ты уже близко к другому символу. Не останавливайся. Не останавливайся. Ты как могу. Появился символ. Да, отлично. Сублимация. Все части загорелись. Можешь возвращаться. Не нужно отсюда выбираться. Ты почти на месте. Спасибо, Лукас. Так, говори со мной. Сублимация. Я даже не знаю, что говорить. Никогда бы не подумал, что мы так далеко зайдем. Лаврентий учил меня разным вещам по книгам. Что, в жизни все совсем иначе? Это самое худшее. Все кажется каким-то ненастоящим. Все, отлично, мы с вами выбрались. Даже без сублимации, да? Или нет, или мы по кругу ходим? Или мы ходим по кругу? Интересно, мне нужно пройти тем же самым путем, которым я сюда прошел, типа? Ты далеко ушла. Осторожней. Возвращаюсь. Кудой. А, вся. Все. Разложение, очищение, сублимация. Жаба, лебедь и змея. Что ж... Жаба, лебедь значит, и змея. Значит, наш лев что-то скрывает. Может, во рту? Помогите нам, мама. Ну же! Ты раскрыла ее секрет, Амиссия. Ты заслужила это. Шикарно. Только я ничего не вижу. Погоди. Отойди. Все, отлично. Как здесь темно. И какой огромный зал. Побереги снаряды. Это я беру на себя. А ты раньше не мог это сделать, нет? Есть что-нибудь. Продукты реакции, стабилизаторы, реагенты, благородные металлы. Это гораздо интереснее того, что мы видели в спальне. Это оно, Амиссия. Хорошо. Отлично. Во, красавчик. Амиссия, это рукописи твоей матери. Попробовал новую трансформацию, но эликсир остается незавершенным. Факел носителя исчезает, оставляя моего сына во тьме Макюлат. Она была на верном пути, Амиссия. То, что мы ищем, наверняка где-то здесь. Но где? И как оно выглядит? Вон там. Там что-то есть. Еще фреска. Дитя на руках у матери. Но эти отметины на его теле. Лукас. Прима Макюла. Но это фрески веков 8, не меньше. Значит, это случалось и раньше. Но как часто? Я не знаю. Сангвинис Этинера. Пути крови. Макюла уже вошла в историю. Она изменила мир. И сделает это еще не раз. Это... На этой шкатулке изображен Феникс. Это символ великого алхимического труда. Амиссия, мне кажется, это она. Открой. Хорошо. Давай. Лукас, смотри. Глубокая кристаллизация, сине-зеленые грани, чистая субстанция. Что? Лукас! Амбровый запах? Отлично! Да говори ты уже! Что это такое? Эликсир для Хьюга. Она продвинулась далеко, но не успела его закончить. Ты хочешь сказать, что это тот самый эликсир, который ты... Да! Без книги. Невероятно, что она сумела зайти так далеко. Может, мы сумеем им воспользоваться? С книгой и с моими заготовками, я думаю, мне удастся его закончить. А ты молодец, магистр.
Почему она не рассказывала мне об этом? Я бы все поняла. Я бы... Я бы сделал то же самое, Амисия. Это же алхимия. И, ну, мать всегда защищает детей. Ведь так? О, нет! Только не сейчас! Как мы отсюда выберемся? Не думай об этом! Заканчивай эликсир! Я за... Не может быть! Ну почему сейчас? Лукас, надо торопиться! Я читаю. Твоя мать остановилась у солнечной двери. Она так, что нам делать? Не знала, как его зажечь. Ага. Ах, бессмыслица какая-то! Это символы! Она искала недостающий элемент. Но в книге сказано, опустоши сосуд для души, дабы наполнить его. Твоя мать ошиблась, ничего не надо добавлять, нужно вычитать. Пока я смешиваю, найди мне Мацерат. Наверняка он где-то здесь. Мацерат? Что это? Где его искать? Фармакопея. В алькове со шторкой. Уже бегу. Чего? Кто? Кто такой? Спокойно. Лаврентий всегда говорил, успокой биение сердца своего, ибо руки подчиняются его воле. Так что главное, ну-ка, успокойся. Лукас, механизм такой же, как в Шато д'Амброж. Не сказал бы, что это совпадение. Угу, не туда. Нам влево надо, да? Так, надеюсь, оно не застрянет. Нам нужно слева, где шторка, забрать какую-то штуку. О, сюда. А что за занавесы? Ты нашла Мацерат? Да, не сейчас. Не могу туда попасть. Там слишком много крыс. Тут слишком много. Слишком много горшков, Лукас. Все. Я не знаю, какой нам нужен. Тот, от которого сильно воняет. От всех воняет. Я не думаю, что я смогу унюхать разницу. На, держи. Алло, это что, не то? Так я ж вроде все забрал. Ага, понял. Перец, мята? Нет, что-то гораздо более ужасное. Пахнет не слишком приятно, но и не слишком мерзко. Что это? Понятия не имею. Вообще ничем не пахнет. О, во. О, боже милостливый, это... Этот шум... Нашли, да? Тихо, 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 тихо. Так. Чпоник. Не останавливайся, мы почти у цели. Я иду. Так, на, держи. Поставь сюда. Ну что, разбудим Феникса. Осторожно. Да, давай. Не трясись. Сейчас каждая крупица дорога. Они возвращаются. Так, давай их не подпускать. Давай их не подпускать. Слабое изменение цвета. Хорошо. Слышь, алхимика, хорошо, можно на чуть-чуть быстрее? Ты же сказал, что что-то нужно убрать оттуда. Почему ты продолжаешь добавлять? Чтобы что-то убрать, нужно что-то добавить. Амисия, жаровня, расчисти мне путь до дистиллятора. Ладно, идем к дистиллятору. Идем к дистиллятору, хорошо. Поехали. У них ничего не выйдет. Тихо, тихо. Все. Все, вроде да. А, готов? Лукас, осторожнее! Пошли прочь! Или нет, или куда? А, тебе дальше надо. Получите! Они понимают, что тут творится, но не смогут изменить ход истории. Время поработать! А, Лукас, только без глупостей, хорошо? Я знаю, что делаю! По крайней мере, мне так кажется. В любом ну, случае, чё-то я не уверен. Нет. Просто будь осторожнее! Так, сначала зажигаем. Лукас, мы... осторожно! Затем нагреваем. Так, Лукас. Лукас. И закручиваем жидкость в середине. Давай! И истина изольется изо рта. Давай! Дай мне самый чистый спирт. Вот, солнечная дверь. Пламя носителя. Амисия, возвращаемся. Сейчас. Все. Побежали.
Так. Лукас! Жесть. Мне нужно зажечь пламя. Не знаю, что ты там делаешь, но давай, я их задержу. Используй свои руки, Лукас. Согрей и вдохни жизнь. Лукас, я не уверена, что смогу их держать. Я почти закончил. Лукас, поторопись, Лукас, прошу тебя. Поторопись-ка. Не нужно время. Они лезут отовсюду. Лукас, у меня все кончилось. Лукас! Что? Что происходит? У меня получилось, и они это поняли. Тогда не будем мешкать. О, прошу, после вас. Лукас, у тебя получилось. У нас получилось. Лаврентий бы гордился тобой. Я горжусь тобой. Спасибо. Теперь мы знаем наверняка. Эликсир связан с крысами. Значит, есть связь и с носителем. Да, но давай все по порядку. Сначала нужно спасти Хьюго. Это они. Это они. Наш начинающий алхимик сотворил чудо. Теперь у нас есть эликсир. Я всегда знал, что ты молодец. Спасибо. Пойдем, проведаем Хьюго. Хьюго, ты не спишь? Эй, смотри, у нас получилось! Эликсир! У Лукаса получилось! Вот, держи! Он может быть маленько горьким. Неважно, выпей одним глотком. Молодец! Я теперь выздоровел. Ну? В любом случае, тебе скоро станет лучше. А миссия? Мы больше никогда не увидим маму. Ох, Хьюго, я же тебе говорила, она никогда не вернется, никогда. А там, где она сейчас, там не больно? Нет, конечно, нет. А теперь давай спать, хорошо? Завтра, когда проснешься, ты будешь чувствовать себя гораздо лучше. Вот увидишь.